Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды. Ежедневные награды за Лигу Сёгунов. Одна звезда. Забираю, конечно же. Так, что у нас по заданиям? Поднять уровень персонажа и сразиться в 10 боях. Так, ну что ж, я пошел делать это дело. Угу. Поднять уровень персонажа. Слушай-ка, а знаешь, что я сделаю? Для начала я просто найду определенные ингредиенты, да? Но для кого? Для кого мы найдем? Армагошу, может быть? Давай-ка посмотрим. Что? Так, здесь я прокачал до 6. Так, здесь, по-моему, очень много нужно, да? А плавник? О, тоже много. Хорошо, давай глянем, что у Карайки. Нет, Карайку я не хочу, честно сказать. Вот, давай вот нашу обычную Карайку. Нам нужно для того, чтобы прокачать сюрикены. Точнее, кунаи. Это называется кунаями, ребята. 9 ящиков с инструментами найти и 2 джойстика. Ну, давай попробуем. Так, поехали. Ага, балалайка нам. Тоже фигушки там что. И ниши шарики. Да ладно, хорош, завязывай. Дай мне, пожалуйста, 2 геймпада. Так, один выпал нам. И все, да? Второго нам не дадут. Ну, как обычно, нам дают всякие крюки. Все, во, выпал, наконец-то. Так, давай посмотрим. И 9 ящиков с инструментами. Я думаю, что вот здесь оптимальнее искать, да? Или же вот здесь все-таки? А, они абсолютно одинаковые практически. Ладно, поехали, попробуем. Один ящик мы нашли, это уже хорошо. Так, понятно, один мутаген подкинули нам. Да хорош, завязывай уже. Давай мне ящики, вот, совсем другое дело. Плюс еще мы с вами там телепорт получили, да? Ой-ой-ой, а почему так кисло? Угу. А если вот здесь попробуем, может быть, тут лучше будет, а? Вот именно отсюда фармить. Да нет, по-моему, процент выигрыша одинаковый, что там, что здесь. Ага, понятненько. Давай еще. Я не знаю, ребят, ну вот почему-то я хочу прокачать ей кунаи. Потому что это массовая атака, а вы знаете, что я просто фанат вот этих всех массовых атак. Ну-ка, сколько там? Ага, еще 2 ящика. Ладно, хорошо, давай попробуем найти. Раз, и последний. Твою же налево. Не хватает, друзья, мне на последний. На последний ящик не хватило. Ладно, давайте забирать. Ага, так, поднять уровень персонажа. Слушай, это мы сделаем с тобой после того, как сыграем. Мы, кстати, можем с вами вот здесь пиццу набить. Сколько там времени у нас в запасе? 3 часа, я еще успею, друзья мои, набить. Но сначала мы пойдем, сходим на арену. Так, Лига Самураев, 3 звезды, 9-й ранг. Вперед из песни, как говорится, да? Так, Шон, Вадим и Владимир у нас здесь. И смотрим по уровням, ребята. Вот такого вот Шона, наверное, я буду разбирать сегодня. Да, у него максимальный, как мы видим, 44 уровень. Поэтому мы с вами на изи делаем вот так вот. Я буду брать 40-х уровней. Ну и, конечно же, кто? Кто у нас пойдет на передовую? Естественно, Лео. Мы его везде с вами вставляем. Знаете, как этот у нас. И многим, наверное, не интересно смотреть, почему я так делаю. Ну, друзья, я вам объясню одну вещь. Для чего все это делается? Во-первых, мне нужно отыграть как можно больше персонажей. Вы это прекрасно все уже знаете, уже неоднократно я это вам повторял и объяснял. Я не в том дело, что не могу драться с этими героями, да. Вот, например, Шона, я бы мог бы с ним подраться одинакового уровня персонажа. Но в данный момент у меня стратегия дойти до Лиги Сёгунов 3 звезды, а лучше еще и до мастеров. И там остаться. Все это делается для чего? Чтобы нам давали как можно больше золотых и платиновых осколков. За счет них мы можем прокачивать героев. Когда героев мы прокачаем уже хотя бы достаточное количество, да, мы будем с вами просто по фану уже играть, а не, как говорится, издеваться над нашим противником. В принципе, надеюсь, вам всем, как говорится, доступно я объяснил, и не будет больше никаких вопросов. Вы думаете, мне слабо подраться вот с ним? Например, вот давай вот так вот предположим, да? Я знаю, что это будет практически на равных. Вот таким вот образом. Практически, ребят, я не говорю, что на равных, но практически. Я немножко его покруче, но я опять же перестраховываюсь. И не забывайте, что я не знаю, как у него прокачаны скиллы. У меня, у этих героев, прокачано все очень плохо, скажем так. Не лучшим образом, поэтому
Кстати, насчет Усаги, им надо будет посмотреть, какие скиллы у него можно прокачать. Да-да-да, кстати, я этого не делал, я даже не смотрел. Мы с вами как-то на Армагона переключились резко, да? И прокачали практически его на имбу. А Усаги-то у нас тоже созревает, об этом не стоит, друзья мои, забывать. Так, давай сделаем провокацию. Угу. Так, теперь, наверное, будем... Ну, давай крикнем Кирбисом. Так, я думаю, что вряд ли они смогут пробить мне, да? Моего пульверизатора. Так, Ванюшка дал Джазу. Ага, мы в ответку тоже от Вани получили. Но не забывайте, ребята, что у меня есть хиллер. А у него хиллера, к сожалению, нету. Опс, а вот это плохо. Но постепенный урон ни на кого не повесили. Так что Рокстеди, по-моему, сейчас упадет у нас, нет? Нет, не упало. А вот если мы так сделаем... Да почему? Я же хотел вот так вот сделать. Ладно, друзья мои, давайте хильнемся маленечко, да? Так, он снимает антибафы, которых у него и не было, в принципе. Слушай, давай-ка мы его, наверное, добьем. Нет, ребята, мы будем с вами делать крит-атаку. Ага. А если вот так вот? Вот совсем другой разговор. Кирбис дает Джазу. Так, успокойся, пожалуйста, Донателло. Давай-ка вот так, массовую атаку. Пух. Шикарно. Все, упали. Да, без помощи Леонардо, ребята, мы с вами поиграли. Но согласитесь, это долго. А нам нужно с вами быстро. Потому что у нас сегодня еще будет одно испытание, да. Девичья сила. Кто-то из подписчиков написал: Рэй, а пройди девичью силу одними девчонками. Друзья мои, не получится. Потом объясню, почему. Так, ну что ж, давайте быстренько с вами дальше добежим, пробежим. Так, Джеймс, Владимир, Юрка. Джеймс, Владимир, Юрка. Я, наверное, возьму все-таки Джеймса, потому что здесь три серебряных героя. И это мне как раз будет на руку. А возьму-ка я... Слушай, тут 51-52 уровень. Ладно, я рискну. Я рискну, как говорится, шкурой вот этих вот героев. И посмотрим, сможет ли Лео... Именно своим вертухаем, да? Подбить их всех. А если нет, они пробить их не смогут. Ребята, они добить не в состоянии. Проверочка на прочность. Испытание, так сказать. Упс. Упс. Тут по-другому не скажешь. Сейчас этот Донателло нам может такую сбучку устроить. Ну, давай, давай ускоримся. Фиксим, давай ускоримся. Чтобы персонажи мои как можно быстрее... Все, хана ему. Вьюх. Все, Донни отдыхает, друзья мои. Ну что ж, довольно неплохо. Да, я не спорю, я трачу откаты. Но, тем не менее, мы с вами продвигаемся все выше и выше по карьерочке, да? И, соответственно, Лига Сёгунов 2 звезды, потом 3 звезды. Ну, а там уже и мастера. В мастера. Мне нужно оставаться в мастерах, если мы с вами хотим как можно быстрее прокачивать наших всех персонажей. Я возьму Лесю. Вот она так на меня смотрит хитренько. Я хочу... Подраться с ней. Подраться с ней, так звучит, да? Ну, естественно, в игровой форме, друзья мои. В реале я бы, конечно, бы не стал бы. Я бы даже об этом и не подумал бы. Такие мысли недопустимы, друзья мои. Любите девушек, но никогда их не обижайте. Так, ну что, друзья, давайте сделаем вертушечку. Ага, ну вот, вот, видели, да, что получилось у нас? Просто одна вертушка и все. Надо будет как-то вот, у меня, знаете что, у меня вот выбор, у нас деньги копятся, и либо мне покупать телепорты, либо покупать откаты. Но вы прекрасно знаете, что я предпочитаю брать телепорт. Кстати, секундочку, давай-ка зайдем в магазин, по-моему, там что-то наклевывается у нас. Ух ты, вонючий случай, ребят, смотрите-ка, а? Как оно вам? Шикарно. Да? По-моему, да. И на лапекс хватает? Естественно. По красоте. Друзья мои, по красоте. Сегодня вот видите, какая серия была проходящая, да? А в то же время очень даже классная. Майки, майки, майки. Как я за тебя рад. Родной ты мой, а? Ну что, друзья, я думаю, что вы тоже будете рады, да? И поддержите меня, а особенно его, потому что он получает четвертую серебряную звезду. И у него открывается пассивочка. Трехочковый. Майки крутые, точно. Вероятность критического удара увеличивается на 5% на время боя. Слушай, 5% это не так мало, но хотелось бы больше. Естественно, если, друзья мои, прокачаем ему еще хотя бы на вторую, третью, четвертую ступень, я думаю, процентовочка увеличится до 10, 15, а может даже 20%.
Но теперь зато мы можем поднимать ему уровень. Слушай, погоди, ну в принципе да, нам нужно было поднять уровень. Давай до 40-го докачаем его. Видишь, какой он довольный. Ах, радостный-то наш парень. Чу-чу-чу-чу-чу. Вот такой вот он майкий фильм. Ну что ж, забираем наш ревард. Так. Так, кстати, ребята, у меня большая проблема с телепортами. Нет, не с телепортами, с откатами. 8 откатов и 81 телепорт. Сильно не разгуляемся мы с вами. Но, тем не менее, я буду добивать. Да. Фиг с ним, друзья мои. Лучше сейчас бустанем, да. Потом, может быть, накопим с вами 500 бакинских. Если я не ошибаюсь, 250 бакинских стоит 10 откатов. Ну-ка, давай проверим. Да. То есть $500 это будет стоить 20 откатов. Ну, если рулить одним Леонардо, то можно, в принципе, все это отыграть. Все эти баксы. Но, опять же, не факт. Ладно, друзья мои, поехали. Что-то мы с вами тут рассусоливаем не по делу. У нас 50-й ранг. Как вы видите, мы в Лиге Сёгунов до сих пор еще в одной звезде. И нам Константинчик, вот такой вот малышок, достается. И давайте мы с ним немножко подеремся. Так, погоди, кого я взял? Шредера? Шредер пока отдохнет у нас. 50 уровень. Мне нужно вот этих вот ребятушек отыграть. Вы сами понимаете почему, я уже объяснял вам в начале всего этого фестиваля. Поехали, Лео, давай, жги, жги, родной мой. Жуха. Так, Рокс, иди, что ты тут не в тему стоишь? Ха-ха-ха. Упал, отжался, отдыхает, короче. Загорает под солнцем. В лучах славы, елки-палки. Так, ну что же, мы с вами продвигаемся далее. И, надеюсь, 35-очка выпадает. Шикарно. По-другому не сказать. Так, у нас тут Ману, Сита и Люси. Люси такая задумчивая, да? Или что он там? Что она показывает мне? Давай, хорошо, Люси, ты уговорила меня с тобой немножко пошалить. Так, давай возьмем Крипа. Слушайте, друзья мои, я думаю, что здесь тоже будет все изи. Ну, откаты-то кончаются. Там осталось сколько? 6 штучек? Лапексик наш, родной, скоро ты мне проапаешься. Да-да, получишь звездочку, получишь новый ранг. И я думаю, что будет она немножечко, как говорится, посерьезнее сжалить наших противников. Сейчас она, конечно, вообще ни о чем. Сейчас ее брать в такие высокие ранги, это несерьезное дело. Так, под прикрытием, если только работать ей. Ну что же, ноунейм, давай возьмем его. Да, ребята, у нас 6 откатов, естественно, уже становится 5. А ребятулик у нас, кстати, не так уж и много осталось-то, в принципе. Потом пойдем с вами на девичью силу. И, кстати, сегодня будет у нас, ну, точнее, оно откроется, испытание на Супер Шредера. Но я, друзья мои, не смогу. Я, наверное, буду делать серию эту завтра, потому что мне надо будет на работу идти, а перед этим нужно поспать. Ну, вы сами понимаете, да? Потому что ночь работать и не спавший, это очень и очень тяжело. Так что, друзья мои, а завтра, да, завтра мы сделаем с вами видосик по тому, как я буду фармить Шредера. Если вообще я смогу его фармить. Если там что-то вообще у нас получится. Так, я до сих пор не могу перейти в Сёгун 2 звезды. Что за дела, а? Что это за проблемы такие у нас? Слушай, Томас, слушай, ну ты прям какой-то, я не знаю, как манна небесная мне на голову упала. Просто, смотрите, 4 серебряных героя. Я, может быть, даже Лео не буду брать здесь. Или стоит? Нет, не стоит, наверное. Слушай, я думаю, что вот этой командой я смогу разнести его в щепки. Давай попробуем. 60 уровень у меня, у него какой там 50... Какой там уровень-то у него? 52-й. Ну-ка, поехали, кунайчики. Хова! Так, тихо. Нам нужно как-то с вами попробовать завалить Бакстромуху. Ай-яй-яй-яй-яй. Ага, Паукус, Малорик. Отжег парень по полной программе. Так, да ладно тебе ускорять. Ускорять команду уже поздно, дружище. Уже поздненько. Так, снимает антибаф, которых не было. Вот этот мне не нравится. Вот этот мне не нравится, парень. Ох, сейчас вжарит, наверное. Ох, сейчас вжарит. Вот, друзья, вот об этом я вам говорил. А если я тебе в ответку ему? Тух, изи комба. Вот так вот. Ой, будет знать на кого, как говорится, батон свой крошить. Ну что ж, дружище мой, поехали дальше. У нас всего 2 звезды с тобой, да? 90 уровень.
И мы с тобой продолжаем нашу эпопею. Ты посмотри, как солидно идет все. Довольный парень, такой счастливый. Давай немножко ему омрачим. Омрачим его улыбочку. Потому что у меня остается лишь имба. Хе-хей. Так, ну что же, два боя. И с вами пойдем уже на испытание, елки-палки, в конце-то концов. Хватит уже тютюкаться с ними, да? Хорошо, уговорил. Я возьму провокацию, так уж и быть. А здесь давай попробуем вот так вот, может быть. Ага, может быть. Не может быть, ничего не вышло. А если я сделаю вот так вот? Удар астероида. Туч. Круто. Так, у нас, по-моему, вот этот скилл прокачан, да? Очень крутенько, ну-ка. Тукш. Да, они все упали, отдыхают. Ну что же, друзья мои, а мы двигаемся дальше. У нас последний бой без отката на Лео. Своими силенками. Так, я думаю, что завтра мы где-то с вами, может быть даже, может быть, если нас не сбросят, дойдем до мастера. Какой там мастер, дай бог, до Лиги Сёгунов 3 звезды 35 ранга. Вот где-то так. Ну что же, Джефф, ух, он даже картиночку такую послал себе, черепашек-ниндзя, молодец, видимо, истинный фанат. Ну, давай тогда, ага, без отката Леонардо. Ага, приплыли, да, называется мы. Полтинничек. Хан, берем. Берем его, я думаю, что справимся. Я не уверен, что он упадет. Есть какая-то доля опасочки, но думаю, все будет четенько у нас тут. Так, ну что, Майки у нас плясал. Все нормально, все под уклонением. Мы замедляем, естественно, всех, наверное, да? Ага, всех, одного только. Как же это так? Ну, ой-ой-ой, противник-то какой сильный, а. Что будем делать? Давай-ка я морозильную кошку, наверное, уберу отсюда. Понятно. Тогда провокацию, естественно. Сейчас хильнет. Или не успеет. По-моему, не успеет. Ууу, да тут все легли. Просто, знаете, этим отрядиком полегли. Ну что, друзья мои, что я хотел, то я и получил, да? Мы с вами повоевали довольно некисло. Попадаем мы с вами на 63-й ранг, 63-я позиция. Ну и потихонечку переходим на другие бои. А другие бои — это у нас испытания, конечно же. Так, через 4 часа будет открыт эксперт Супер Шреддер. Ну, а в данный момент испытание девичьей силы. Так вот, объясняю, друзья мои, почему я не смогу пройти девичью силу именно девчонками. Посмотрите, какой уровень. 61, 61, 46, 45, 45, ну и 42. Несмотря на то, что у них платиновые звезды, да, все они тут сияют, моргают, мне не пройти их ни в коем случае. Единственное, что я могу предложить, это поиграть на начальных этапах. Ну, вы поняли, да, о чем я имею в виду? Вот, например, начальный этап, и я могу попробовать вот этим вот составом дойти, ну, как тебе сказать, до эпизода 2-3. Да, вот так вот будет, наверное, вам понятнее, да? Чух с удара. Ты видел, как Алапекс, да? Ускакала, роднулька. Так, ну давай немножко посмотрим. Так, крик. Ну тут все будут падать, естественно, все. Да, Алапекс, по-моему, не дойдет дело, да? Ну. Ага, вот и дошло. Давайте посмотрим, что это у нас. Выход из системы. Хм. Бежит. Ага, отбивает сюрики. Превращается в полено и... Слушай, неплохая массовая атака, но вот слишком много выпендрежа, да? Перед тем, как нанести смертельный удар всем противникам. Но зато смотрится красиво, тут не поспоришь. Ну что же, карайку мы с вами получили. Давай-ка глянем с тобой дальше. Тут 20 уровень, естественно, я могу пока еще играть этими персонажами. Пока еще. Так, давай поставим автобой. Потому что я здесь уверен, друзья мои. Ну, 30 уровень — это у Шинигами. То есть в следующем бою лучше ее убрать. Если хотим идеально проходить с вами, естественно. А ведь эти хламонки могут завалить. Так, третья волна у нас. И тут у нас кто? Давай посмотрим. Ну, Эйприл и Карайка. Ну и тля с бронированными тараканами. В совокупности, да? Так. Ну, мы прекрасно, друзья мои, видим, как слабенько наши ребята бьют по ним. Очень слабенько, особенно вот Эйприл, да, и Шинигами. Ну, а Лапекс еще так себе. Ух, уронила Эйприл. Ха. Ну что же, на 3 звездочки все шикарно. А вот сейчас мы с вами переходим на нашу имбу. Или же как лучше сделать? Ладно, уговорил.
мы сделаем немножко по-другому с тобой. Мы будем убирать по мере поступления проблемы. Убираем шинигами и ставим кого? Ну, конечно же, Лео. Друзья мои, конечно же, Лео. На следующем, наверное, эпизоде нам придется, скорее всего, убрать Алапекс и Эйприл. Ты спросишь, почему? Ну, потому что на следующем эпизоде будут ребята противники 40-45 уровня. Рисковать нам не нужно? Конечно же, нет. Сыр, как говорится, здесь дефицит, и у нас нет шанса потом переигрывать это все дело. Так. А нам нужно пройти это испытание сегодня. От корочки до корочки, то есть от первого до последнего. Чтобы получить абсолютно всех персонажей, которые разыгрываются именно в этом испытании. Ну, а потом уже завтра мы с вами будем полностью отдаваться Супер Шреддеру. Полностью. Весь сыр тратить, все попытки сфейливать. Ну, опять же, оговорюсь, друзья мои. Опять же, оговорюсь в плане того, что если нам дадут хорошую команду против Супер Шреддера, если мне дадут каких-нибудь ватников, которых они обычно любят подсовывать мне, то, боюсь, мы там далеко с вами не уйдем. Ну, а если дадут мне хотя бы половину команды моей имбовой, ух, вот тогда мы там разгуляемся. Ну, и как вы помните, да, нам где-то там 50, по-моему, 50 ДНК нужно для того, чтобы получить нам Супер Шреддера. Ну, и опять же оговорюсь, друзья мои, мы его получим. Но вы представляете, сколько нам потом понадобится сил, чтобы поднять его по рангу. Это жесть. Если я... Вот сколько я играю сейчас, да, в данный момент? Практически 2 года. 2 года я практически играю, да? И у меня Супер Шреддера этого нету. Я его только вот... Еще неизвестно, когда получу. Ну, близится к этому, да, делу. А потом еще его прапать надо будет. А прикинь, на платину. Ёлки-палки, это еще лет... Пяток уйдет времени. Да. Мои юные зрители уже к тому времени вырастут. Что-то типа того получится. Да, смешно, конечно, и в то же время грустно. Ну что, Басера? Ну, такая, да, куколка. Хоп-хоп-хоп-хоп, трансформатор такой. И в такое чучело превратилось, елки-палки. Ну, друзья мои, конечно же, тут все на изи. Ее просто порвут сейчас на лоскутки. Что там пыхтишь-то? Даже попасть не смогла. Господи. Да-да-да-да, валяйся вот так вот. Ну, естественно, идеальная победа. Тут по-другому не скажешь. Ну что же, в следующем эпизоде нам, наверное, придется еще кого-нибудь убрать. И, скорее всего, это будут остальные все персонажи, которые у нас тут остались. А это именно Карайка и Карайка-змея. А вставляем мы Железноголового и, конечно же, нашего Зека. Поехали, друзья. Автобой. По-моему, мы с вами все эти эпизоды проходили на автобое, да? Причем без проблем. А какие тут могут быть проблемы? Ты посмотри на их уровень. На уровень моих персонажей. Тут самый маленький, это у нас Зек. 76 уровня. Кстати, надо его прокачать, по-моему, до 80-го. Чтобы как-то баланс у нас был, да, одинаковый. А то он как-то 76-го ни туда, ни сюда. Выделяется уж очень сильно. Ну, давай, смотреть дальше. Так, полтиннички, да, здесь у нас 50 уровня. Ну, естественно, мы с ними тут вообще разбираемся на изи. А вот Зек сплоховал маленечко, не добил, как говорится, да? Ну, Майки это дело исправил. Так, двигаемся дальше. Ага, минус таракан. Кстати, мы еще, знаете, что не посмотрели? Сколько у нас с вами жетонов? Ну, по-моему, маловато. У нас же не было, да? Таких эпизодов, где могли бы мы с вами заработать. А я ведь все-таки хочу получить кролика в себе. Дополнительную, как говорится, боевую единицу. Она мне очень сильно нужна. Так, ну что ты, шинигами, ну успокойся. Ну, елки-палки, ну пробейте вы ее. Ух, шикарно. Тут по-другому не скажешь. Так, ну что же, двигаемся дальше. Сколько там эпизодов-то у нас осталось? По-моему, эпизода 3 еще, да? Вроде бы как. Ага, лисичку... Алапекс мы заработали с вами. 2 эпизода всего лишь осталось. То есть Шинигами и Эйприл Кунаиши. 65 уровень. Здесь, кстати, не забываем, будет опять же очередной босс, который просто получит звездюлей от наших черепашек. Да, кстати, мне вот понравилась идея насчет того, чтобы играть командой.
Ну вот вы поняли, да, например, набрать команду черепашек-ниндзя из серии оригинал, или из классики, или из фильма, да, и сыграть. Было бы довольно прикольно. Но их четверо, да, а кого же брать пятым? Везде, везде брать одного и того же Сплинтера. Ну почему же? Можно брать, например, Эйприл. Она тоже сюда вписывается, очень даже неплохо, да, четыре черепашки. И Эйприл, или Сплинтер. Кто у них там еще дружбанище такой был? Кейси Джонс тоже, в принципе, неплохо вписался бы в их команду. Ну, антигероев, я думаю, не стоит брать, да, типа там Шредера. Это если брать такую команду, это брать Рокстеди, да, Бибоп, Шредер. Кто там у нас еще из врагов? Карайку. И кого же еще можно было бы туда взять? Кто очень хорошо туда вписывался бы? Слушай, а Зек? Зек же это антигерой, по-моему, да? Это же не друг черепашек, по-моему. Слушайте, ребят, напишите-ка мне в комментах, а Зек-то кто такой вообще? Он мне напоминает почему-то Бибопа. Того самого кабана, только до того, как он им стал. Хотя я могу что-то путать. Тут же есть биография про каждого героя, да? Я вот, правда, не помню, где она смотрится. Но мне кажется, что Зек — это антигерой. Так, ну хорош, хорош, Босяра, давай уже сейчас получишь своих плюшек и разойдемся по домам. Ой, друзья мои, ну как же мне хочется пофармить сегодня Шредера. Ну, не получится, друзья, надо киморнуть маленько, все-таки на работу идти. Уже говорил я вам, и я надеюсь, вы меня поймете. Да, очень сильно устаю. Даже вот был недавно выходной у меня один. Вроде сел, думал, сейчас запишу. Но такая вялость. А вы знаете, снимать видосик без души лучше не снимать его вообще. Вот поверьте мне. Потому что, ну, когда нет души, когда ты мямлишь там что-то там, когда у тебя голова болит, ты не понимаешь, что несешь, и потом ты это просматриваешь, и думаешь, господи, лучше бы я это не выкладывал. Нет, друзья мои, лучше действительно не снимать. А подойти к этому делу со светлой головой, в настроении, в полном, да, боевого духа, как говорится, в игровом настроении, и делать что-то полезное и приятное, когда тебе самому нравится, что ты делаешь. А когда ты смотришь на это и думаешь, елки-палки, что это было у меня, и потом оправдываешься, что не выспался. Не, иногда бывает, ребят, что не выспался, или простывший, да, такие моменты бывают. И как бы и настроение вроде бы есть, да, снимать, но самочувствие не очень хорошее. Ну, вот тогда, да, это оправдано еще, я считаю. Но когда ты ватный, вялый и сам не хочешь, но заставляешь себя, это, мне кажется, перебор. Так, ну что, давайте разбираем этих, я даже не знаю, как назвать там, клешнеруки там, кирияки. Короче, давай, валим их. А мне нравятся они такие ватные. Так, училки, да, у нас, значит. Ну, сейчас мы их тоже. Оу, Лео, ты что так решил вдруг? Ну, ладно, фиг с ним. Тебе, как говорится, виднее. Так, у нас еще, ребята, с вами. Ой, надо будет как-то еще допройти Kingdom Rush и Origins, и Frontier. Все это будет впереди, но опять же там уровни такие тяжелые, елки-палки, иногда приходится так попотеть. Я уже, наверное, месяц не могу для вас снять Heroic Magic Duel. Да-да, друзья, я в нее играю, но как только я начинаю снимать видосики, меня там начинает валить. И получается, что я там больше проигрываю, чем выигрываю, поэтому я эти видосики просто не выкладываю. Ну, не хочу позориться, на самом деле. А вырезать и оставлять чисто выигрышные моменты, ну, я считаю, тоже как нечестно. Так, ну что ж, ой, лишь бы сейчас кто-нибудь у меня не упал. Хотя, нет, ребят, здесь никто не упадет, у нас все будет четенько. Так, пробивной, ну, кто-нибудь будет что-нибудь делать? Эй, Алапекс, уху-ху, друзья мои, ну-ка подай. Фу, это нам по... Нет, нет! Ну-ка, добьем ее? Нет, пока. А вот так уже добьем, да, друзья мои. У нее просто была месть. А, я забыл, что здесь босс. Друзья мои, мы с вами потеряем. Хотя, чем мы волнуемся? Это же последний уровень. Господи. Нам нужно здесь что? Заработать, конечно же. А, мы еще можем хильнуться. Ну, тогда вообще имба. О, четенько. Опа, заблокировали ему способность. Ай, дурилка картоновая.
Без способности-то ничего сделать не можешь, да? А ну-ка. Постепенный урон, пожалуйста, постепенный урон. Изи. Так, теперь давай-ка бомбанем. Ух. Так, нет. Все, ребят, хана басяри. Ух, четко. Четко-четко. В общем, друзья мои, мы прошли, ну, как, в принципе, и ожидалось, девичью силу полностью, от корочки до корочки. Идеально везде на 3 звездочки. Но фармить я здесь никого не буду. А почему не буду? Потому что у меня очень мало телепортов. Хотя, подожди. Ну, блин, 4 телепорта тратить. Ну, господи, ну, на кого? На кого? Вдруг мне выпадет сейчас морозильная кошка. Или еще хуже, вот этот вот камень Талик. Зачем он мне нужен? Он мне... Ну, здесь вот... Нет. Я разочек, друзья мои, разочек. Хорошо, еще один разочек. Еще один разочек. Не, ребят, все хорош. Это завлекало называется. Ты представляешь, просто в трубу. Кстати, у нас здесь платиновые союзники. Надо будет обязательно сюда зайти и глянуть, что у нас там будет. Ну, вроде бы как и все. Я хотел еще посмотреть, правда, эти... Давай зайдем сюда, в предметики и в эти... А, понятно, 20 всего лишь. Ой, друзья мои. Еще два раза нам нужно будет... приобрести два раза по 830. Господи, это очень много и долго. Ха. Лео тут созревает. Кожеголовый, в принципе, тоже. Вот Пит, которого мы с вами хотим прапать. Точнее, я хочу, но никак у меня все не доходят до него руки. Так, что мы с вами хотели, друзья? Ой, ой, ой. Это что за нежданчик-то такой? И оказывается, пока это, собирал 330 золотых осколков. У-у-у, друзья мои, у-у-у, я вам скажу, что это очень круто. И знаете, кого я буду повышать? Я даже не буду вас спрашивать. Конечно же, Понятно. Придется немножко отложить поднять его по рангу, потому что мне не хватает сюриков. У меня всего лишь почти 7000, а тут нужно 9. Но в любом случае у вас есть возможность. Кстати, друзья... Давайте пока, раз у меня не получилось поднять Микеланджело, да, по рангу, голосуйте. Ксевер, Майки, Джастин, Рафик или Саблезуб. Ну, а я уже, как говорится, посчитаю. Итого, прапаем. Ну, а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.